Всероссийская социальная кампания «Прогноз безопасности» наконец добралась и до Ивановской области. В рамках мероприятия сотрудники региональной госавтоинспекции посещают ивановские автошколы. Начинающим водителям демонстрируют научно-популярный фильм «Невидимая угроза», который наглядно показывает, каким важным фактором в дорожной ситуации является погода. После просмотра инспекторы тестируют всех слушателей, чтобы определить, насколько хорошо они освоили профилактический материал. Данное мероприятие, оно входит в состав Всероссийской социальной кампании «Прогноз безопасности». Ее главнейшая цель – напомнить водителям о том, насколько сильно влияют погодные условия, в том числе неудовлетворительные погодные условия, на управляемость автомобиля и в конечном счете на безопасность дорожного движения.